Доброе утро, дорогие садоводы! Если вы, как и я, еще не высадили рассаду в открытый грунт или в теплицу, то рекомендую подготовить хорошенько, подготовить вашу рассаду к пересадке, потому что пересадка для растений – это серьезный стресс. Поэтому я рекомендую примерно за пару дней до высадки хорошенько пролить горшочки с землей для того, чтобы земля не рассыпалась и корневая система при пересадке была как можно меньше потревожена. Во-вторых, за сутки перед пересадкой необходимо вашу рассаду опрыскать таким препаратом, как Эпил Экстра, который снимает стресс у растений. Безусловно, я уверена, что ваша рассада уже прошла закалку. Приблизительно за месяц, за две недели вы выносили вашу рассаду на балкон, на открытый воздух для того, чтобы она привыкала, так скажем, к солнцу, к ветру и к более прохладным условиям содержания. И еще хочу добавить, есть мнение, что рассаду, если она зацвела, необходимо высаживать в таком виде. Я с этим мнением лично я не согласна. Я считаю, что все свои силы рассада при пересадке должна тратить на укоренение, а не должна расходовать на завязи. Поэтому все завязи, все цветы перед высадкой на рассаде я обрываю. Надеюсь, что мои советы вам пригодятся. Передаю слово ведущим студии. Доброго утра!